правоохранительные органы, спецслужбы и органы надзорной деятельности должны сделать все для сохранения стабильности и надежности в республике. К этому в рамках межведомственного заседания антитеррористической комиссии накануне новогодних каникул призвал глава КОМИ. Предстоит обеспечить меры безопасности, усилить контроль важных и потенциально опасных объектов, а также мест массового пребывания людей. Все структурные подразделения должны находиться в полной готовности. Впереди традиционно новогодние и рождественские праздники. В этой части, я думаю, что все указания, необходимые по своим линиям и ведомствам, вы дали. И в этой части подготовка и проведение не случайно. На сегодняшний день сегодня стоит в повестке рассмотрения нашей комиссии. Прошу взять все вопросы, которые касаются непосредственно в целом ситуации, связанной с безопасностью в регионе, по своим направлениям под жесткий контроль. Отметим, новогодние мероприятия пройдут в 150 населенных пунктах и охватят более 60 тысяч человек. Для обеспечения общественного порядка планируется задействовать 700 сотрудников органов внутренних дел, а также дополнительно привлечь ресурсы Росгвардии, частных охранных предприятий и казачества.